Страны ЕС призвали Великобританию создать легальные маршруты для мигрантов. Германия, Бельгия, Нидерланды и Франция призвали Великобританию создать легальные маршруты для мигрантов, которые через Ла-Манш пытаются попасть в Великобританию. Соответствующее заявление сделали представители европейских стран на совещании по вопросам миграции. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на DW. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил в воскресенье 28 ноября, после встречи в Кале, что страны договорились ужесточить борьбу с контрабандой людей через Ла-Манш. Он опубликовал документ по итогам встречи. По его словам, страны ЕС призвали Великобританию создать легальные миграционные маршруты. Также в заявлении говорится, что британским властям следует препятствовать незаконному трудоустройству таких лиц. Также Европейское агентство пограничной и береговой охраны Фронтекс по итогам встречи в Кале согласилось с 1 декабря предоставить самолет для наблюдения за ситуацией на северном побережье Франции. Дарманен сообщил, что на совещании обсуждалось использование дронов и пограничников Фронтекс для пресечения деятельности группировок, занимающихся незаконной перевозкой людей в Северной и Западной Европе. Представители Великобритании не принимали участие в совещании. Однако глава МВД Франции выразил готовность к разговору со своей британской коллегой Прити Патель. «Мы хотим сотрудничать с Великобританией, она является нашим союзником», — сказал он. При этом Дарманен добавил, что Франция не станет заложником внутренней политики Лондона. Напомним, ранее Джонсон призвал страны Евросоюза и Францию остановить поток мигрантов. Заявление было сделано после того, как 27 мигрантов погибли.